13 сентября в Красноярском крае состоятся выборы. Уже сейчас проходит досрочное голосование. Если вы видите любое нарушение закона о выборах, махинации с бюллетенями, вбросы и карусели, удаление наблюдателей с участка, сфотографируйте, снимите видео, аудио. Не молчите! Только так мы сможем сделать выборы честными. Сообщайте нам о нарушениях по номеру телефона, который видите на экране. Полная анонимность. Это нужно искоренять.